Четырехэтажное здание городской поликлиники номер 25 расположилось в микрорайоне Дархан. За день поликлиника может принять 200 человек. Оборудование самое современное. Главный акцент на диагностику. Здесь можно сделать томограмму, ЭКГ, пройти УЗИ и сдать анализы даже на самые редкие заболевания. Работают в поликлинике 100 медработников, из них 50 врачей. Я думаю, для населения, которое здесь будет обслуживаться около 40 тысяч населения. Это, думаю, огромный подарок. Подарок для населения. Подарок для нас, медицинских работников. А я хотела бы сказать, что эта поликлиника, она оснащена самым современным оборудованием. Поэтому население может в город далеко не ездить, может получить здесь полное обследование, лечение. Здесь есть операционная, реанимация, палата интенсивной терапии и дневной стационар. Новую поликлинику посетил аким города Алматы Ахмеджан Есимов. На строительство поликлиники ушло 2 миллиона тенге денег и год работы. По словам жителей, это самый лучший подарок не только медикам, но и в первую очередь им. В целом, за 5 лет с момента создания в Алатауском районе были построены и введены в эксплуатацию 5 новых поликлиник. Уже в следующем году жителям района готовят новый подарок. Здесь откроется многопрофильная клиническая больница. Эльвира Маженова, Перизат Худасова, Асет Кундакбаев, телеканал Алматы.